Добрый день, мои юные, прекрасные друзья. С нашей молодежной командой мы приветствуем вас и гордимся, что третий год подряд принимаем вас как главных наших друзей и лучших гостей. Мы извиняемся перед вами, что судьба выпала такой, что ваши родители и вы испытали войну. Я никогда не думал, что так случится, но, к сожалению, взрослые не уберегли вас от этого страшного пожара, а мы стараемся все сделать, чтобы вам в это суровое трудное время жилось лучше, чтобы вы знали, что на земле много настоящих друзей и что вы для нас самые любимые и желанные друзья. Приветствую вас. Под Москвой начиналось наступление против фашистов. Здесь вот рядом великий полководец Жуков отдавал приказ о московском наступлении. И всем казалось, та жуткая, страшная фашистская армия, которая считанные месяцы раздавила всю Европу, непобедима. Но ваши деды, отцы справились и от стен Москвы тогда отогнали фашистов почти на 300 километров. Затем была великая Сталинградская битва на Волге, а затем на Орловско-Курской дуге на моей родине окончательно сломали хребет фашистскому зверю и погнали их до Берлина, водрузив там красный стяг нашей победы. За ту победу весь мир благодарен нашей стране, нашей родине, нашему великому Советскому Союзу, где мы в мире и дружбе жили все вместе. Мы все делаем для того, чтобы дети чувствовали себя счастливо. А для этого очень важно в трудную минуту протянуть руку. Поэтому мы вместе с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, вместе с директором этого прекрасного дома Шмойловым Михаилом Алексеевичем создали движение «Дети России, детям Донбасса» и с удовольствием вас принимаем здесь к нам в гости. Я сейчас обошел, спросил у ваших воспитателей, у вас, кормят, как вас здесь? Хорошо? Отлично. Как экскурсии проводите? Отлично. Мне сказали, вам Кремль понравился, правда? Великолепно. Приглашаем еще раз гостей в следующем году. Но только тех, у кого не будет двоек. Согласны? Да. Отлично. Я очень рад, что вам понравилось. Еще раз от души благодарю ваших педагогов, преподавателей, воспитателей, весь персонал наших прекрасных снегирей. Снегири – это одно из лучших мест на земле. И мне приятно, что вы чудно поете наш гимн. Всем вам спасибо и ура! Молодцы! Молодцы!